Этот открытый кубок Никольского поселения уже шестой по счету. С каждым годом уровень соревнований растет. Завоевать трофей становится все труднее, но и почетнее. На этот раз в финале встретились команды, изначально считавшиеся фаворитами. Старый городок из Никольского и Патриот из Кубинки. Рады приветствовать вас на своей арене. Желаю вам честной, красивой, может быть, жесткой, но справедливой игры. Эти турниры проходят постоянно, имеют большую популярность. Я очень рад, конечно, что наши ребята вышли в финал, что ожидаемо. Поэтому ждем хорошей игры и финальный матч объявляю открытым. С первых минут матча обе команды продемонстрировали серьезное намерение победить. Частые смены состава позволяли держать высокие скорости. Игра носила атакующий комбинационный характер. Однако уже с самого начала стало ясно, что сборная из старого городка на домашнем льду чувствует себя увереннее соперника. Преимущество хозяев постепенно росло. Хоккей хороший, а старый городок, думаю, сделает игру. Вот и все. А там посмотрим. Хорошая игра, что, эмоций много. Классно. Молодцы. Так держать. Почаще надо делать такие игры обязательно. Игра очень эмоциональная. Думаю, до овертайма хочу, чтобы дотянули. Чтобы 3-3 или 4-4 было основное. Конечно, огромную роль на протяжении матча играла поддержка зрителей. И хотя болельщики «Патриота» старались изо всех сил, перекричать местных им не удалось. Любой спортсмен знает, что такое помощь трибун. Соперник очень сильный, надо отдать им должное. Шайбы даются очень сложно, ничего еще не решено. Я бы как бы не забегал вперед и не говорил, что шайбы даются легко. Все еще решится в третьем периоде. Это моя любимая племянница. Ее зовут Настя. Давай, Настя. Действительно, третий период и с игровой, и с эмоциональной стороны был очень непростым. В упорной борьбе хозяевам площадки удалось забросить решающие шайбы. Итоговый счет 5-2 в пользу сборной Никольского поселения. В ходе награждения был вручен не только главный кубок. Свою долю признания получили и лучшие игроки. Кстати, почетное третье место в кубковом турнире 2018 года завоевали хоккеисты из Шарапова. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».